I was in Benares. Я был в Бенаресе. В то время, когда Шрила Прабхупада путешествовал по Индии вместе с 40 своими учениками, я прочитал в газете, что в Америке ведется проповедь Кришна Бхакти. И, естественно, я был преданным Кришне, поэтому мне понравилась эта тема. Я пошел туда. Там было шествие от Дашашвамета Гхата к дому Топана Миши, который сейчас в Бенаресе. Когда шествие закончилось, я подошел к Шриле Прабхупаде и сказал на хинди: «Когда вы поехали в Америку и как вы проповедуете?» Прабхупад сказал: «Видишь, я просто пою Харе Кришна и даю небольшую лекцию». Он сказал: «Они нуждаются в этом ведическом знании. Только посмотри, насколько они счастливы, как они поют». Тогда я спросил: «А где у вас будет проходить программа после Бенареса?» Прабхупад ответил: «Я поеду в Горакхпур». Я записал дату. Затем я поехал в Горакхпур, и Прабхупада был там. Он остановился в Кришна-Никетане. Я пришел туда и ждал. Прабхупада был в то время один. Я не знал, что он и есть Прабхупада. «А где Ачья Бхактивиданта Свами?» Я спросил у Прабхупады. А Прабхупада спросил меня: «А почему ты хочешь встретиться с ним?» Я ответил: «Потому что он мой гуру. Он мне очень понравился». И Прабхупада спросил меня: «А почему ты принимаешь его как своего гуру?» Я сказал: «Потому что он слуга Чайтани Махапрабху». Затем Прабхупада спросил: «А кто такой Чайтани Махапрабху?» Я ответил: «Он сам Кришна». Я говорил, а Прабхупада спрашивал: «Почему ты принимаешь читание Махапрабху за Кришну?» «Потому что я читал в читании Чаритамрите, что Кришна сам пришел как преданный, чтобы проповедовать». Тогда Прабхупада сказал: «Нет, нет, нет, он не Кришна, он преданный Кришне». Я сказал: «Нет, он сам Кришна». Но Прабхупада настаивал: «Нет, он преданный Кришне, он не Кришна». И тогда я очень грубо ответил Шриле Прабхупаде. Я сказал: «Просто замолчите, не говорите больше ничего». И тут Прабхупада очень громко рассмеялся, очень громко. Затем пришли какие-то преданные и стали кланяться ему. И я понял, что он есть Гуру Махарадж, что это Шрила Прабхупада. Когда они поклонились перед ним, я тоже поклонился. Я сказал: «Пожалуйста, простите меня. Я совершил оскорбление ваших лотосных стоп, я не узнал вас. Пожалуйста, простите». И тогда Шрила Прабхупада схватил меня вот так за руку и сказал: «Пошли ко мне в комнату». И там сидели трое учеников. И Прабхупада все смеялся и смеялся. Улыбка никак не сходила с его лица. Затем он сказал: «Он знает, что Чайтанья Махапрабху — это сам Кришна». Он сказал: «Ты отругал меня, и мне это понравилось. Твои слова доставили мне большое удовольствие».